фоне Римского форума. Конечно, ура! Поздравляю вас с юбилеем! Если вы не знали, мы уже 35 лет вот так вот вместе по жизни идем. Ленка, ты выходишь на меня на следующие 5 лет замуж? Все знают Сашку. Он такой вот, белый и пушистый. Да? На самом деле он как стена, как рог, как камень. То есть он кажется таким как белым и пушистым, на самом деле он такой... На него можно опереться. Да, я знаю, как сделать его счастливым. Я решила подарить тебе свою любовь. Я буду тебя любить еще долго. Спасибо. Начинается день рождения, и наши взрослые дети готовят нам невероятный ужин. Посмотрите на это. Будет нас заставили готовить ужин сегодня. Правильно. Такие родители вредные получаются. Рассказывайте, что вы готовите. Какое у нас сегодня меню? Мы же в Италии. Да. Нам нужен итальянский ужин. Абсолютно. И что же мы готовим? Карбонару. 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 Николечка, что ты готовишь? Да, брускетта и тирамису. Самый лучший день рождения в моей жизни, приготовленный руками наших детей. Oh, when life gives you lemons, make limoncello. When life gives you lemons, make limoncello. Like the summer breeze, sweet and mellow. You can't go wrong with this recipe for the best limoncello in Italy. It's best when it's nice and cold. Drink it fresh, never old. After dinner.